Если однажды начать серьезно заниматься баскетболом, то тяга к этому виду спорта не пройдет даже с годами. Это доказывает ежегодная организация Лиги Казбас. Накануне прошел решающий матч для команд легенды КГУ и Легиона 2. Игроки данных команд – это те, кто уже со студенческой скамьи играл за свой университет. Я не играл в баскетбол до того момента, пока не поступил в Казанский университет. А когда пришел сюда, в начале 2000-х, я поступил в 2003 году, здесь был просто бум баскетбола, и невозможно было не начать играть. Были прекрасные условия в Униксе. Благодаря спорту я приобрел очень много друзей. И, в общем, очень сильно моя жизнь изменилась, на самом деле, в лучшую сторону. Стоит отметить, что болельщики с большим азартом поддерживали любимые команды. Поэтому игра прошла в громкой эмоциональной атмосфере. В самом начале матча «Легион-2» вели счет с небольшим отрывом. Но ближе к завершению матча команда «Легенды КГУ» опередила своих соперников, выиграв со счетом 60-58. Аделя Валеева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.